Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Hustle Castle. Что у нас тут? Три победы. Замечательно. Так, бойцы у меня растут, как видите. 65 и 28 уровень получают. Забираем деньги. Так, казначей. 20 и 24 левел. Манна. Повара. Ох ты, повар 30 уровня уже получил. Замечательно. С едой у нас полный завал. Ну что же, пока вроде бы все. У меня, кстати, ребята, освободился один работяга. Поэтому нужно активировать какую-нибудь построечку. Но начнем с подарков. Спасибо вам, ребята, за подарки. Я их забираю. И будем отправлять вам. Начнем с Зути, наверное, да? Ну да, почему бы и нет. Ну-ка, получится, Сергей Швед. Отправили, замечательно. Теперь Тазгену отправим, Андрюхе. Так, и Намаду. Ну а теперь начнем с моих, соклановцев. Так, где они у меня здесь? Ага, Фофан. Владимир, держи. Умка. Умар. Следующим будет Эльдар. Держи. Теперь отправим Андрюхе Бахмарову. Кайфолов у нас идет следующий. Это Данил Дьяконов. И последние два. Это будет у нас Юрий Порецков. И последний Герман Кузнецов. Ну что же, все, я отправил, забираю. Соберем, что у нас тут подкопилось. И давайте вскрывать сундуки, смотреть, что из них выпадет. Это ваши, кстати, подарки. Ресурсы, замечательно. Но пока у меня стали полно, не будем мы с этим заморачиваться. О, у нас тут орки есть. Точнее, их не так уж и много, но будем их разбирать. Это еще один дополнительный сундук в нашу копилочку. Да куда уж там, сосунки. Давайте ложитесь на боковую, хорош тут буянить, по лесу ходить. Честной народ, как говорится, пугать. Готовы огурцы. Получили сундучок от них. Так, ну-ка, что у нас здесь? Опять одни ресурсы. С этого... то же самое, только очень много. Ну что же, у нас по ресам пока все отлично. Нам с вами нужна, знаете что, манна. И причем довольно много. Давайте-ка, наверное, вот этого попробуем прошуршать. 226 тысяч мощей. Слушайте, ну давайте попробуем. Почему бы и нет. Что у нас из этого выйдет, хотя у него замок так раскачан более-менее. Вся надежда у меня идет на заморозку. Так, еще раз заморозили. Воин погиб. Ага, они рисанули его. Ладно, хорошо. Все, главное сейчас завалить магов. Это в первую очередь. Чтобы они не воскрешали. Ну, в принципе, можно сказать, что да, победа за нами. Отлично, все вышло хорошо. Ну, конечно, нам придется сейчас немножко полечиться. Сколько у нас? 489 маны. Маловато. Нужно сколько там? 650. Ой, черт подери, где же мне надыбать столько? Хоть у соклановцев проси. Так, давайте яблоки заберем. Ну, с едой у нас, как я говорил, полный фэн-шуй. Можем воевать, хоть завоеваться сейчас, в данный момент. Так, здесь у нас ресурсы. С этого, наверное, то же самое будет. Ага, отлично. 6 сундучков еще у нас осталось. Давайте поменяем теперь недолеченных на подлеченных. Пускай восстанавливают здоровье себе. Сталь у нас тоже, как видите, полностью забита.
деньги практически так же. Да, нам нужно активировать какую-нибудь построечку. И я думаю, что это у нас будет, наверное, оружейная мастерская. 650 маны нужно. Так что придется, ребята, сегодня делать ПВП бои, чтобы накопить нужное количество. Но эти ребята нам не подходят. А здесь у нас что? 28 тысяч и 28. Ну что же, давайте, наверное, Пихаил. Пихаил. Так, возвращаем всех архаровцев обратно в отряд. Давай, давай, родная. Не дуркуй, а пошевеливайся. Ну-ка, а здесь, если посмотреть, 17 тысяч, маловато. Вот, 34, в принципе, неплохо. Давайте-ка добавим ледяночки, потому что мы на первом бою практически ее всю истратили. Довольно сильный был соперник. Оу, зачем я так сделал, ребят, нам же нужна манна, а я начал тут заклинания изучать. 236 тысяч, ну, довольно тоже серьезный враг. И, наверное, пока мы его пропустим. А вот у этого, подожди-ка, и у того, и у этого 34 тысячи. Крэш. Давайте взглянем. 204 тысячи. В принципе, давайте попробуем его залупить. Так, у него два бойца. Я ледяночку применяю, как обычно. Ну, что я могу сказать вам авансом, что здесь победа будет за нами. Это однозначно, потому что маги уже полегли. Тихо, 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 вояка, не буянь. Все. Остался только лишь лучник, который, естественно, сейчас упадет. Но этого еще до сих пор мало. Нам очень-очень много надо манны. Никогда бы не подумал, что вот столкнусь с такой проблемой. Раньше ее было просто дофигище. Ну, а сейчас, как видите, нехватка. Так, эти у меня ребята там просто так стоят, гуляют. И, кстати, сделался у нас погреб. Вот что я хочу отметить. Так что еды должно быть больше вмещаться у нас. Хотя не намного, по-моему, всего на 250 тысяч. Так, и следующий у нас будет кто? Ну, это вообще не годится. А вот это уже Феникс, да, значит? Давайте добавим. С заклинаниями у нас тоже, кстати, проблема. Ничего мы здесь не будем готовить. Просто разведаем его. Ух ты, а почему бы и нет? 192 тысячи мощей, сейчас я своих только верну в отряд, и можно будет нападать. Ну, а они как раз все вылечились. Так, хорошо, отлично, вся компашка у меня в сборе. Так, где он? Я уже забыл, честно говоря, где тут находилась. Нет, это не то. Михаил, не то совсем. По-моему, здесь, да? Так, погоди-ка. Тут-то я не врублюсь, блин. 28 тысяч, 35. Ага, 35. Кто там опять напал на меня? Крыса здесь буянит, как обычно. Садик. Садик. Ну-ка, давайте-ка глянем. Ну, а почему бы и нет? Самое то, что нам нужно. Опять же, здесь два воина и три мага. Без арбалетчика, без лучника он играет. Ладно, хорошо. Готов. Ну, а магов мы, естественно, сейчас расстреляем. Все. И еще 34 тысячи. А, 35 даже. Маны нам идет в копилку. Опять их надо лечить всех, а? Ну что же, делать нам нечего. Давайте их отправлять. 2 миллиона железа есть у меня. 3700 дерева. Деньгами я тоже пока не обделен. Ну и с яблоками все в порядке. Поэтому можно еще биться, биться и биться, пока не накопим нужную нам сумму манны. Сумму манны. Да?
как это не парадоксально, а манна сейчас мне очень сильно нужна. Но мало очень на карте игроков, у которых ее можно в большом количестве, скажем, добыть. Ну что, у меня вояка, как обычно, тормозит. Фиг с ним, пускай идет недолеченный, недобинтованный, как говорится, в бою его, если что, подхилят. Так, ну что, заберем это все барахло. Так, деньги, настроение. Давайте-ка еще по-быренькому глянем. Хотелось бы, конечно, еще орков мне добомбить до полной кучи. 28 тысяч, 28 и 28, 56. Ну, в принципе, если уже никого не останется, придется мне браться и за них. 34, тут 17. Ну-ка глянем-ка вот этого персонажа. 236. Может быть, все-таки рискнуть нам? Давайте попробуем. Что тут у нас выйдет? Заморозочка очень эффективная. Так, вояка сейчас должен упасть. Черт, нифига у него там отхил-то шпарит, вы посмотрите. Тут, по ходу дела, ресерчиков нет, тут одни хилы. А нет, я ошибаюсь, все у него есть. И причем они друг друга отхиливают, и довольно быстро. Черт, подери. Ну давай, 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 дожимай, дожимай. Есть, готовы. Да, много пришлось мне заклинаний на них потратить, но думаю, оно того стоит. Так, еще до сих пор не накопили. Печаль какая-то, а? Давайте опять идите лечитесь, а я пока здесь пособираю. Тара-тара-тан. Блин, у меня аж голос немножко осип. Да, ребята, да, снимаю ночью, потому что пришел только с работы. Другого времени у меня нету, потому что днем опять пойду именно туда, поэтому приходится снимать ночью полушепотом, чтобы никого не разбудить. Так, ну что они у меня там готовы, нет? 6 сундучков у нас еще, кстати, лежит в запасе. Давайте поменяем моих раненых солдат на уже здоровых. Так, давай, вояка, возвращайся. Ну, в принципе, они здесь быстренько все отхилятся. Так, ЭФЭ, 17 тысяч, тут 17 тысяч, маловато, даже не знаю, 28. Давайте сразу пойдем в бой, не будем мы. Ну, 160 тысяч мощей, конечно, с легкостью должны разбомбить. Так, погодите секундочку. Кто у нас тут опять отсутствует? Магистр кислых щей, как обычно, где-то там шоркается. Добавим заклинаний. Сколько у меня? Две штуки всего осталось последних. Да, придется тогда выбирать. Ну что ж, вот этого, которого мы и смотрели, 160 тысяч мощей. Они в красненьком все, так что быстренько должны здесь упасть. Ну что ты встал, родной? Пора тебе опять ложиться. Ну и маги полегли, и арбалетчик сейчас тоже упадет. Все, довольно неплохо, 28 тысяч маны заработали. Так, опять ни шиша, мы уже получили с вами, синий сундук. Это за ПВП бои, и уже 8 сундучков у нас. Давайте-ка глянем, что здесь нам выпадет. Так, на казначея курточка. А с этого у нас выпадет что? Ага. Курточка на горняка. Ясно все. Ну что же. Так, деньги забрали. Давайте почитаем здесь маленько. Так, всем здрасте. Всем доброе утро. Так, давайте мы, наверное, все-таки запросим ресурсы у нашего клана. Ну и, естественно, надо поздороваться. Как же без этого? Это не культурно. Вот так вот. Отправляем. Что тут у нас пишут-то вообще? Так, всем доброго утра. Ресурсы мы дали.
спаривайте самых звездных жителей, постепенно появится с пятью. Доброе утро. В общем, вопрос у них, как сделать пятизвездочных героев. Так, ну а в глобальном у нас... Привет, грабители. Виктор, это же симулятор битья слабых. Вить, да вон, типа ты такой весь из себя правильный, не поверю. Приму в клан, моральные устои от воспитания, а игра это отмаза. Какие в жизни, такие и в игре. Я тоже люблю всех пограбить, рейсы важнее, чем моральные устои. Да, ребята, ресурсы в этой игре это все. В принципе, из-за них у нас и происходят все эти ПВП-бои, нападения, грабежи и так далее. Ну что же, мои-то там уже отхилились, а? Они уже все стоят и ждут очередной атаки. Жан слабенький. Тоже не очень хороший. Блин, да что ж такое-то? 17 тысяч, это никуда не годится. 28, придется мне, ребята, их разбирать потихоньку. О, тут вообще двое. Ага, владелец в данный момент в игре. Напасть не могу. Ну тогда Пихаил. Извини, Пихаил. Я не со зла, просто нужна мне манна. Причем очень сильно. У меня, как говорится, горит постройка. Мне нужно ее как можно быстрее поставить. Ну что, как видите, здесь все довольно легко и быстро прошло у нас. И получаем еще 28 тысяч манны. Ну что же, я получил еще один прогресс, а это еще один сундучок. К нам в копилочку идет. Так, давайте их, наверное, маленько подлечим. Так, лучник, иди лечись. Клановый, клановый. А что мне здесь надо? Мне здесь пока ничего не надо абсолютно. Улыбочки, древесинки. Ну, в принципе, и все. Они у меня отхилились. Так, давайте яблоки заберем. Который, кстати, на глазах просто тает у нас. Было недавно 400, уже осталось 268 тысяч яблок. А. Давайте возвращать их. И отправляемся на карту смотреть дальше. Что у нас тут есть? Фуркан, он нам не подходит. Этот тоже не подойдет. Феникс. Ну, Феникса можно и глянуть. 35 тысяч там все-таки. И 192 тысячи мощей. Давайте пробовать его разбирать. Ну и как мы видим, воин у него здесь даггерщик. Убийца. Сейчас мы его быренько положим и уже начнем разбирать магов. Все. Ну тут что-то он больно быстро раскрошился. Даже для меня это неожиданно как-то. Все, 35 тысяч манны мы еще получили. Ну и этого должно нам хватить. Ёлки ты палки. Вот это засада, ребят. У меня, оказывается, предел по мане 585 тысяч. Вот жесть, а. Блин, я ничего не смогу построить. Знаете почему? Потому что не хватит маны. Нужно 650. Черт подери, а. Столько воевать и все зазря. Ну что же, у меня только один выбор. Вариант. Это ставить колодец манны, чтобы увеличить, естественно, прирост именно в мане. Где он у нас? Вот он. И сколько он будет у нас? 5 дней строится. Ё-моё. Да, вот это я попал. У меня нет выбора, ребят. Вместимость 30 тысяч. Все как полагается. Ну, за счет того, что у меня там, конечно, люди находились, будет 3 дня 11 часов строиться. Но все равно, это очень большая потеря времени. И мне даже немножко обидно, что я столько там людишек за даром забомбил. Как же я так невнимательно смотрел-то, а? Теперь можно уже и вскрывать, естественно. Чего уж тут. Так, ну это на разборку у нас пойдет броня. Здесь у нас тоже одни ресурсы. Сейчас они, в принципе, тоже очень нужны. Хотя на долгое время у меня работяги вышли из строя, потому что им там строить, строить и строить до посинения. 3 дня, 5 дней. Жесть, короче.
Так, курточка на казначея, 33 уровень. Да, мне до этого уровня еще... Оу, и посох. На 65-й зеленый. Можно сказать, обычный. Никакого толка от него не будет. Ладно, хорошо, что хотя бы мы что-то в этой серии с вами могли запустить. Конечно, не то, что я хотел, но все-таки. И, наверное, я буду завершать на этом свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. На этом все. И до скорого, друзья.